только что бежит. Алло, всем привет, с вами Эленчик Миланчик, канал «Замуж за Чеха» приветствует вас из Сан-Ремо. Алло, наш хотел чоризо. Чоризо, сорисо, сорисо за нами. Ну что ж, я вам пообещала признаться, собственно, почему мы сюда приехали. Кто-то из вас пытался предположить, что Миланчик с группой здесь выступает, кто-то пожелал нам хорошего отдыха, ну в какой-то степени... Половину на половину вы были правы. На отдых в какой-то степени еду я, а Миланчик у нас в какой-то степени по работе. Но приехал сюда сам, один, не с группой, потому что... Ну, потому что я приехал петь на международный фестиваль Санремо Сеньоре. Сеньоре, может быть, звучит так тоже немножко, мы сеньоры, но сеньоры это 34 лет, от да? От 35 лет сеньоры это уже здесь сеньоры поют Санремо. Так что, друзья мои, мы с вами знаем, что есть международный фестиваль Санремо, который проходит где-то в феврале, в марте. Такой вот, да, молодых до 35, до 34. Ну, а вот, или есть еще юниор, это маленький совсем. Да. Ну, а вот сеньор, это уже от 35, который проходит, собственно, вот где-то так в октябре месяце. И это была абсолютно такая, ну, случайность, наверное. То есть, Миланчик послал песню. Угадайте, с какой песни мы сегодня приехали сюда. Pane, paní, vím, jak se ruší žál, já tíhnu duší jen k Lady Carnival. Конечно же, Lady Carnival от Карла Готта, потому что, собственно, Миланчик, Карл Готт, как же иначе сюда приехать и петь что-то другое, а не Карла Готта. Поэтому Миланчик послал эту песню на конкурс, и мы, собственно, послали и забыли. И потом вдруг раз, и пришло нам письмо, что вы, мы вас берем. ЦЦА тысячи людей из всего мира. Так что мы здесь именно поэтому. Ой, друзья мои, голова идет кругом. В общем, мы сейчас здесь первый день. В блоге смотрите предыдущую нашу дорогу, как мы ехали сюда два дня. Обзор отеля тоже будет. Почему, собственно, этот отель, может быть, вы спросите? Потому что есть определенные правила участия в этом конкурсе. То есть не только... куча всяких бумаг, огромное количество и так далее. Но и в том числе мы сами не могли выбрать отель, какой бы мы хотели. То есть, ну, понятно, это, в общем-то, все оплачиваешь сам, и отели они нам предоставляли свои. То есть организаторы Санремо этого конкурса, то есть мы должны были заплатить их отель, и мы до самого буквально последнего момента не знали, в каком отеле будем проживать. Ну, нам было написано, что отели хоть и трехзвездочные, но все хорошо. Хотя, честно признаюсь, через Booking мы бы такой отель бы в два раза дешевле зарезервировали. Но, как говорится, мы уже не можем выбирать. Живем мы на первом этаже, номер, в принципе, нормальный, завтраки будут. В общем, вот так вот. Поэтому все нормально. С паркингом, слава богу, мы разобрались. Это была отдельная эпопея. Друзья мои, я думала, я умру вообще. Это какой-то кошмар. То есть улочки маленькие, паркинг. Даже наша машина сюда не влезла, потому что она длинная. То есть нам пришлось ее практически вот ставить к дому, чтобы тут могли проехать. Есть такая ситуация, я думаю, что только такая ситуация с паркингом и с допробой. И с, ну, как бы и с движением. С движением только в Италии. Только в Италии, ребята. Теперь я понимаю. Невозможно поговорить об этом, что вы не видели все, что здесь деется. Ну да, ну то есть немножко как бы такой, ну не совсем Истанбул, но какой-то тоже своего рода хаос. Но главное, что вот эти маленькие улочки и маленькие машинки, скутера. Теперь я понимаю. Но на скутере мы не могли из Мирянок приехать, из Мирянок, точнее, из Праги, да? Ну что ж, друзья мои, так что вот это наша цель, точнее, наша причина, почему мы здесь. Сейчас у нас четверг. Какое сегодня число? Пятое число. 5 октября. Это официально все съезжаются, все участники. И завтра, пятница, отстартовывают репетиции, конференции, фотографии. В общем, 9:30 утром. И все программа окончается забитая. Вечер, думаю, полночью. Да, то есть и потом еще программа в субботу. То же самое. Да. То есть есть несколько полуфиналов, потом будет все финал. Все увидите, в общем, думаю. Вы все увидите, я буду... Ну, в какой-то степени я приехала отдыхать, но я приехала и работать. Да, в общем, будет много сюрпризов. Я буду максимально снимать все, что получится. Миланчик у нас будет работать, а я буду бегать между, как говорится, в свободное время вам снимать все, что делается вокруг этого. И поэтому для вас это будет еще эксклюзивное видео, потому что я вам, думаю, надеюсь, мне позволят снять... Еще не стачи, надо еще сказать, снять одним глазком, буквально вот так вот, прям вот так совсем, за кулисье Санремо. Ну вот теперь все. Миланчик мне уже закрывает рот, как всегда.
Все, любим его, целуем. Мне пальцы. Да, мальчик говорит, держите кулаки, пальцы, все. Па-па-па. Па-па-па. Вот поэтому я и сделала свой канал, чтобы я могла болтать сколько хочу.